Вашему вниманию хлебница Маруся Мини. Великолепная хлебница из натурального дерева, покрытая воском. Очень классные натуральные материалы. Выглядит просто космос для маленькой кухни. Или если вам много не надо, то отличный вариант для вас. Шторка жалюзи. Входит прям вот целая буханка. Или батон. Или булочка еще какая-нибудь влезет. Или много маленьких булочек. Или пол буханки, если вам много не надо. И выдвижной ящик. Выдвижной ящик для чего? Для того, чтобы хранить что-то. Я здесь храню чай. Да, опять же, какие-то завтраки, что-то сыпучее можно хранить в баночках. Хлеб сюда можно же положить. Еще что-то, что вам нужно. Все всегда под рукой, все у вас на кухне. Благодаря использованию натуральных материалов и то, что это натуральное дерево, хлеб не будет пропитываться никаким запахом, он всегда будет оставаться свежим достаточно долгое время, не покрывается плесенью, сохраняет мягкость свою намного дольше, чем в других хлебницах, в которых используется пластик, полимеры и все прочее. Красиво, эстетично. Сверху полочка, достаточно большая, на которую что-то можно поставить, специи, чьи украшения какие-то для кухни. В общем, все функционально. Габаритный размер у нас 35 ширина, 32 высота и глубина у нас 20 сантиметров. Шикарная, классная, выглядит просто супер. Также в нашем магазине есть много других изделий. Смотрим, выбираем, покупаем то, что вам по душе. Спасибо!